Ростовчане, всем привет! Сегодня 20 октября, и раньше с этого дня к зиме начинали готовить сани. Если перевести это на современный лад, значит, автомобилистам пора готовить свой транспорт к снежному периоду. Еще в этот день определяли погоду на предстоящую зиму. Например, считалось, что если к этому моменту не опали все листья с деревьев и не выпал снег, значит, зима начнется 22 ноября, не раньше. У нас с вами еще будет возможность это проверить, а пока давайте поинтересуемся завтрашней погодой. Ночью температура сегодня опустится до плюс 6, а убаюкает несильный дождь, шелестящий в еще не опавших листьях деревьев. Днем станет теплее, но лишь немного. Воздух прогреется всего до 10 градусов. Солнце спрячется за облаками, а ветер будет уносить остатки плюсов прошлых дней со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление подскочит до 764 миллиметров ртутного столба. Влажность 59%. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Thank you.